Рядом со мной Алена Понькина, Абаканская фабрика кухня. Алена, расскажите пару слов о вашей компании. Наша компания занимается производством мощной консервации. Мы изготавливаем первые обеденные блюда, вторые обеденные блюда, различные закуски, маринады, соки и нектары. Работаем уже больше 16 лет. Всю продукцию делаем из овощей, которая растет на полях нашей республики, Юго-Красноярского края. У нас многолетнее сотрудничество с фермерами, которые нам поставляют овощи, и мы контролируем процесс выращивания этих овощей просто вот с момента, как посадили рассаду. Вот, то есть все этапы мы ездим, контролируем, и потом уже получаем результат к себе на фабрику. Алена, в каких торговых сетях можно увидеть вашу продукцию? Нашу продукцию можно найти в наших местных торговых сетях, такие как «Командор», «Красный Яр». А вот с федеральными сетями мы еще пока ведем только переговоры. Скажите, пожалуйста, какие цели вы ставите перед собой на выставке «Продэкспо»? Во-первых, мы хотим познакомить людей с нашей продукцией, с нашими новинками. В этом году мы привезли новинки этого сезона – морс и компот из сухофруктов. Ну, конечно же, хотим пообщаться с потенциальными партнерами, с уже имеющимися нашими партнерами. Вот. Ну и, конечно, имиджевый тоже характер проявить себя хотим. Алена, спасибо вам огромное и желаю вам успехов и удачи. И чтобы поскорее мы увидели вашу продукцию, Абаканская фабрика кухня, на полках крупных ритейл-сетей. Спасибо большое.